Для развития машиностроительного производства на Южном Урале есть все условия. Инвесторов, в том числе иностранных, привлекают выгодное географическое расположение, свободные производственные площадки и, конечно, развитая металлургия. Сырье не нужно возить за тысячи километров. Есть и примеры успешно реализованных проектов. Производство большегрузов совместно с концерном «Ивеко», сборка комплектующих для импортных и отечественных автомобилей на заводе «Трек» или финальная стадия производства самосвалов «Терекс». Сегодня их собирают на бывшем заводе имени Колющенко. Очень много слухов ходило, что завод будет закрыт, но я встречался с руководителем базового элемента Олегом Дерипаской, и у нас есть принципиальная договоренность о том, что завод будет работать и будет нагружен разными другими видами производимой продукции, чтобы завод был рентабельным. Этот инвестпроект на Южном Урале реализует компания «Терекс Корпорейшн» – гигант мировой машиностроительной индустрии. Запчасти привозят из Шотландии, а наши специалисты собирают огромные самосвалы грузоподъемностью 100 и более тонн. Сотрудники предприятия признаются, сначала было непросто. Эта техника, она очень интересная, техника очень сложная. То есть весь класс таких машин, мало того, что я не буду говорить, что это, грубо говоря, иномарка, то есть со всеми делами, что отличает, скажем, отечественную машину от иномарки. Но машина уникальна тем, что очень сложная гидравлика, очень сложное электрооборудование, очень щепетильный подход к подбору комплектующих машины, то есть что повышает ее надежность, ее долговечность. Предприятие не стоит на месте. Не то, что с каждым годом, а с каждым месяцем берет на себя все больший объем работ. Теперь автомобили здесь собирают и красят. И сразу из Челябинска отправляют покупателям. Мы организовали производство уже практически законченного цикла. Значит, установили дробеструйную камеру, где подготавливаются поверхности изготовленных изделий к окраске. Установили окрасочно-сушильную камеру, где будет производиться непосредственно окраска, и после нее детали будут поставляться на сборку. Объем инвестиций в новое производство составил 400 миллионов рублей. Когда предприятие выйдет на полную мощность, то будет производить 200 самосвалов в год. Завод обеспечит работой около 300 человек. По привычным нам меркам это, конечно, немного. Но именно такие небольшие предприятия гораздо легче переживают глобальные кризисные явления. Очень много новых небольших машиностроительных предприятий, которые показывают высокие темпы роста. Вот за счет этих предприятий в целом машиностроительная отрасль показала не такое большое падение. Во многом благодаря иностранным инвестициям область вышла в российские лидеры по созданию новых рабочих мест. За последние 2 года предприятия с участием иностранного капитала наняли почти 2500 сотрудников. В бюджет перечислено около 2 миллиардов налоговых отчислений. А общий товарооборот со 126 странами мира превысил 6,5 миллиардов долларов. Особо стоит отметить, что иностранные предприятия, как правило, наукоемкие. Они вносят весомый вклад в развитие новой экономики региона в целом. За последние годы в Челябинской области была сделана ставка на развитие металлоемких производств. Построено несколько предприятий по производству литья, например, «Конорп» Челябинский по изготовлению крупногабаритных отливок для нефтегазового комплекса. Есть предприятия по чугунным, цветным, бронзовым отливкам. Рост у нас наблюдается и в производстве металлоконструкций, и по спецтехнике, по производству. Вообще разного рода спецтехники в Челябинской области очень сильно развито производство. Одно из самых главных достижений последних нескольких лет в том, что область стала полноправным игроком глобального рынка. Идет ли речь о машиностроении, измерительной технике или пищевой промышленности? Южный Урал – это не только метеорит, но и сотни предприятий, которые знают во всем мире.